По свисту. Музычка играет. Так, я что-то делаю. Задумаюсь, может быть, меня не на Good Game транслируется, а прямо в Ютубе. Как сделать стрим, прямую трансляцию на YouTube за 5 минут? Как сделать стрим на YouTube? Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Инструмент 360. В этом видео я покажу вам, как делать стрим, как я их делаю, ну и все такое. Так, для начала нам нужна партнерская программа на YouTube. Ну, это стрим не через Google Plus, но через Google Plus вы лагаете, лагает сам стрим, с компьютера лагает, так что вообще хреново. Так, заходим в настройки канала, вот тут вот жмякаем карандаш, настройки канала. Чё-то. Сейчас просто и на ютубе. Так, дальше. Жмем менеджер видео. И здесь у вас должно быть мероприятие в прямом эфире. А, что? А, ну это 6 мая будет. Ладно. Жмем новая прямая трансляция. Дальше. Дальше называем как хотим. Ясно, ладно. Мне уже не хочется оленей. Ладно. Поехали! Что? Я что, я вижу? Я вижу, что на пару моих стримов. Присутствует нарушение авторских прав. За счет чего? За счет того, что меня либо на фоне во время записи этих стримов, либо вот я ставил, когда аудио. Ну, короче, музычка играет. И нарушение авторских прав за это. I'm so sorry. God bless you. Ладно. Не будем дальше ебать мозг. Давайте откроем сразу. А, я вспомнил. Я хотел открыть, во-первых, Good Game Room. goodgame.ru. И зайти на свой канал, чтобы в случае чего, если меня кто-то смотрит, чтобы я мог хотя бы видеть, что меня кто-то еще смотрит, кроме меня. Далее откроем книжку. По свисту. На странице номер 199. Так, ранний метод, который я написал, это addAttachmentURL функция. Вот он. Здесь. Это здесь. Дальше, как я понимаю, мне это будет должно быть экшеном вообще. И сюда должно. Это должно вызываться при с какой-нибудь UI-ке. С какой-нибудь UI-ке. С какой-нибудь. С одной конкретной. Ладно. Значит, the attachment directory wrapper property present the
Точно folder when you attached the property present the attachments. Attachment directory wrapper property present the attachments folder inside the documents package. And then you execute it first the others a safety check to get access to the list of the file all the wrappers inside the document. It then checks to see if at least already contains attachment directory. If it doesn't, a new one is created and added to the document. Last year the file was generated. Next, add the attachment at URL. Next, add the attachment at URL. Ну, это только что сделал. А, понял, this method adds attachment to the documents attachment directory. It works by access getting access to attachment directory wrapper by calling the property that you just added. It then indicates to the system that the attached file property will change. A new NS file wrapper containing the provided file is created and added to the attachment directory wrapper. Lastly, the fact that the document's contents were changed is registered. Finally, add the attached file property. Finally, add the attached file property which renders the list of NS file wrappers currently inside the document. А, и вот она. Еще одна property attached files. Возвращает массив NS file wrapper. Ага, как я понимаю, чтобы. Я сейчас напишу код сначала, я ну, как бы понял, что имеется в виду, что attached files и что возвращает массив. Я понял, что имеется в виду. Скорее всего, я попробую. Не буду смотреть на код, поэтому я напишу сам, а потом уже сравню с тем, что описано в документе. В учебнике. То есть дальше поехали. Глотнем в рот, а? И ну. Код. Код, а не код. Блин, эта штука задолбала, курит ногу. Полотенчик повес.
А вот и я, вот и я. Не надо рифмы никакой. Все, можно делать дальше. Да. Property add attached files. Attached files. Должно быть имя property. Так как мы... Attached files. Так как мы, ну, здесь вот сообщаем об изменении этого property. Видимо, что-то да, будет пересчитывать это property. Когда оно будет меняться по событию изменения. Я думаю, в этом дело. Так. Ну, добавим вот здесь вот. Я вот, к сожалению, до сих пор не понимаю особо значение динамик модификатора. Ну да ладно. Динамик var attached files. В типа файл wrapper. На. Как там? Я понимаю, что массив, но... Вот, массив, ага. Ну, лейбл массив. А, то есть это либо null, либо массив. Либо массив null, если я поставлю... Ну, в смысле, optional массив. Я просто задумался о том, где ставить вопросительный знак. За скобками или внутри скобок. Вот так вот это, скорее всего... Обязательно это будет, значит, массив optional файл wrapper. А вот так вот будет optional массив файл wrapper. Не optional файл wrapper. Это computed property. Поехали. Attached files. Ага, значит, attached files. Мы возвращаем массив attached file. Для этого мы обращаемся к свойству attachment directory wrapper. Attachment directory wrapper у нас вот этот. Option. Поэтому поэтому guard attachment directory wrapper равно else return new. Что означает, что если у нас attachment directory wrapper не будет, будет не будет optional, будет null, nil-ом, то вернем мы new. А если быть точнее, а, ну да, все. В противном случае, то есть если он не равен null, мы должны из attachment directory wrapper взять файл wrapper, и они будут как раз списком положенных туда attachment'ов.
Что за ошибка? Гуат, attach на директоре в wrapper. Типа файл в wrapper. Равно attach на директоре в wrapper. Почему ошибка? А, Влад, лет. Вот так вот. В этом же? Работает все не самым быстрым образом, конечно. Но. Так, а если я здесь тип удалю? Я-то подумал, что автокомплит не работает, потому что, ну, глючит, короче, пока что. А в коде она еще молоденькая очень. Но очень масса багов, масса. Поэтому я подумал, сделал предположение, что оно... Вот, но я был неправ. Все так. Вот так. File wrappers. Это свойство нам возвращает что? File wrappers переходит в string file wrapper. Так, хорошо. Видимо, не file wrappers. Мне нужно же по факту что? Мне нужно нужен массив file wrapper. Из вот этого файл wrapper. Следовательно, здесь должен быть какой-то метод, который возвращает мне массив файл wrapper. Попробуем сделать вот так вот. Может быть, он подскажет. Var result равно тип, только еще нужно указать его. Var result типа массив файл wrapper равно, вот сможет ли он вывести тип отсюда автоматически, в смысле по типу определить. По типу определить метод, который нужно вызвать, чтобы он это возвращал. Видимо, не может. Ладно. Будем искать. Меня интересует массив файл wrapper, чтобы возвращался. Это стрим. Да. Давайте подсмотрим. Attachments, file wrappers.
Я бы не угадал, я бы не нашел такого. Ну, в смысле, я бы не понял, что нужно так сделать. Файл в wrappers. Attachments. Array из attachment values. А в values что у нас? Что у нас? В values что? Вал. Уе. Values attachments file wrappers возвращает же мне. Это у нас вот это. А у него мы вызываем файл wrappers, который нам возвращает мапу. Мапу. Файле wrappers. А у этой мапы есть values. Ну-ка. Values. Lazy map collection string file wrapper. Видимо, у Array есть. Я не понимаю, что за тип возвращаю, что какой тип у этого валуется. Давайте взглянем. Значит, не видно выпадающие списки. Поэтому взглянем. Lazy Map Collection, K-Value. Это Lazy Map Collection. K-Value и Value. То есть у Lazy Map Collection есть некое поле Value, называется. When iterated over values appear in this collection in the same order as they occur in the dictionary, K-Value pairs. The country codes. PR Brazil. PG I. JP Japan. Print country codes. Блин, делал вчера. Делал вчера грудь и руки, а болят еще и плечи к тому же. Ладно, почти логично. Я жжал. Отлично. Ах. Ладно, Lazy Map Collection. Hey, value, value, где? Lazy Map Collection, я правильно понимаю, что присутствует values public structure. Ох, может быть и не у него здесь же. Ох, какое. Generic. Base. Типа collection. Элемент. Что это? Page down. Start index from index. О, господи, indexes. Ладно. Короче, назад. Верю на слово, что это так работает.
Arise. Arise, я вижу. And вот так вот. Return result. И не варалет. А то он ругаться будет компилятор. Варнинговать. Мол, чё вы объявляете вар, а ничего не мутаете. Мутаете срочно. Мне пришло письмо. Эх, понятно. Малый проспект ВО. Василий Островский, дом 54. Поехали дольше, 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 поехали, поехали. Что? А! Вот так вот, да? В этом же причина была покраснение. Стримовый рапер, но там рапер, дидди, минту, есть. Так, ВЛС, что? Не так. Well, optional type, а на там не то же самое, конечно. Конечно, в Swift очень удобно вот эти вот optional, и то, что их можно вот так вот на лету анвратить. Все, почему покраснение? А. Понял. Ну так. Нравится мне опшн, но это удобная вещь все-таки. В свифте, правда. Честное слово. Че, почему снова красный? Все. Все еще красное. Cannot use optional chime on non-optional value. Так, секундочку. Стоп, здесь вопросительный знак не нужен. Почему он туда? А, ну, вот так вот. Это нормально. Сейчас норм, нормас. Так, что сейчас? На что сейчас меняется? Well, of optional type. Но там в рапе. Did you mean to use m e or m?
Так, какие конструкторы, что за конструктор есть у RS? Вот он сейчас, fuck my мозг просто. Я вот перешел, я вижу, что это очень странный метод для меня, непонятный. Тип. Типа sequence, где s итератор элемент равно элемент и принимает как раз тип s. Вот это fuck my мозг, блять. Unreal. Ладно, значит, что здесь за синтаксис? Здесь описывается тип некий перед тем, как его передать в метод. Тип, это, видимо, структура. Блять, хуй знает, структура это или нет. Давайте мы сейчас посмотрим, что там пишут выше. Extension any collection. Ага, я потерял этот меня, этот. Не могу его найти. Вон, нашелся. Охо-хо. Create an array containing the element of sequence. You can use this initializer to create an array from any other type that conforms to the sequence protocol, for example. For sequence. Хорошо. Тип S. А что такое тип S? S это sequence. Sequence, где s итератор элемент равно элемент. Пока что мне не понять. Я пока что просто прощу. И отпущу. Но что здесь не нравится? Value значение опционального типа lazy map collection dictionary string file wrapper не unwrapлено. Но, видимо, его нужно его нужно unwrapить, видимо. Судя по всему, они ждут от меня вот так, что я его здесь unwrapну. И передам в array. Правильно? Так ли это? Компилятор. Нет. А теперь он ругается на то, что не может зафорсить unwrap of non-optional value. Здесь не optional value, согласен. Здесь не опциональное значение. Здесь четко задано значение. Оно не optional. Почему в таком случае он ругается на вот это сообщение? Хорошо, я понимаю, что здесь может быть null. Видимо, в этом причина. Вот здесь вот может быть null, потому что... А следовательно, я должен сделать вот так вот. Форсировать unwrap. И сейчас должно быть... пропасть должна ошибка компиляции, пожалуйста. File wrappers у нас. Чего? Вот file wrappers у нас optional. Вот, file wrappers у нас optional.
Не просто свинья. Так, а теперь я вот так вот сделаю. Как работает, как, вот давайте посмотрим, как вообще работает этот unwrap с вопросительным знаком в свифте. Google.ru, значит, сам. Swift 3 unwrap optional. Use psi optional chaining by placing the question mark after the optional value. Так, the main difference is that optional chaining fails gracefully when the optional is null, is new. Whereas forced unwrap triggers runtime error when the optional is new. Chaining fails gracefully when the optional is new. Especially the result of an optional chaining call is the same type as the expected return value, but wrapped in an optional. A property that normally returns in will return int optional when access the optional chaining. The next several code snippets demonstrates how optional chaining differs from forced unwrapping and enable you to check for success. Run count. Много текста, непонятно же. Ну ладно, вот оно вот так вот работает. Я не понимаю, почему он не работает, если вопросительный знак ставит в файл wrappers. Ладно, я понимаю, что в таком случае здесь может оказаться nil, и все, и тогда array примет nil. И, видимо, этого нельзя по закону. Но ошибка компиляции говорит о том, что нужно unwrapить values. Хотя вот это меня очень смущает. Что будет? Ну, давайте посмотрим, как Xcode отреагирует на данную ситуацию. Он какую ошибку покажет? То же самое или может какую-то другую? Swift, please. Конечно, работает быстрее Xcode. Однозначно. Так, что за ошибка? Value optional type. Lazy map collection. Not unwrapped. Did you mean to use in order? Value of optional type. Lazy map collection. Not unwrapped. А, ну все верно. Но подожди, как оно not unwrapped, если я вопросительный знак поставил? Это же оно и означает.
Ладно. Я с вами. Блин, что-то мне хочется просто в Xcode работать, потому что очень уж медленно работает апкоде по сравнению с Xcode. Ну, здесь прям заметно, процентов, наверное, на 40. Быстрее работает Xcode, нежели AppCode. Процентов на 40. Давайте попробуем в Xcode поучиться работать, а там уже решим. Что лучше, что хуже. Ладно. Чем он подчеркивает? Почему этот флаг здесь непонятно? Ладно. Господи! Ладно, поехали дальше. Attached files написано. Хорошо. Так, ладно. Там надо вещи достать, потому что машинка стиралась. Его надо Сейчас я тут развешу вещи.
закончил. Так, дверь починила заодно. А, блин. Дальше. Переходим дальше. Короче, здесь тоже самое написано, что я написал. А, здесь они его как раз разворачивают. Ну, у них безопаснее написано. И здесь как раз суть в том, что они разворачивают этот файл раппер. Да, так действительно написать правильно. Так что сейчас я перепишу метод. И перепишу его так. If. Ладно, уже перепишу. Без года, но и лето точно директор раппер. Attachment file wrapper равно attachment directory wrapper file wrappers. Return array от attachment wrapper с wrappers values. Нету автокомплита. А, он есть, просто он так долго думал. Ну окей. А иначе... Блять. Прошу прощения. Ну как же здесь... Еще строчки удалять непонятно. Ну давайте учиться с X-кодом работать. Дело. Google room X-коде delete current line. Delete current line. Delete line. Чего это сейчас? Подсказка такая. Ends. The whole point is not to use the CMD server. Типа CMDD должно удалять, ну-ка. CMDY. Thank you.
Да, а в Xcode для того, чтобы удалить целую строчку одним комбинацией клавиш, нужно принять целый устанавливать менеджер плагинов, а потом плагин специальный для удаления строчки. Алькатрасники этот менеджер плагинов, значит, из него уже какой-то плагин, так и называется, Xcode Line Deleter плагин. Ладно. Иначе рейтер мне. И код форматор здесь работает как-то не айс. Дилемма. Что делать?
Так, ладно, поехали. Ладно, здесь ничего критичного нет, поэтому оставим так. Заточить файл с property. Simply get the dictionary that maps file names to the two file wrappers inside the attachments. Simply get the dictionary that maps file names to the wrappers inside the attachment directory and return the list of file wrappers. The dynamic keyword here indicates that any other object that's watching the variable for changing it can be changed by other parts of object. We want to display the add file button. We want to display add file button in popover.
We want to display the add file button in a popover, so we will need a property in which to store the popover. Мы хотим отобразить add file button в popover. Ладно, хватит пока сейчас. Спасибо за внимание всем. Доброго дня.